нейрохирургическая служба больницы, уникальная служба. Это если не мозг больницы, ну, это центральная нервная система. Я смело и с гордостью могу заявить, что уровень нейрохирургов нашего областного нейрохирургического центра – это высокий уровень. Это очень талантливые люди, которые 8, 6, 10 часов могут планомерно преследовать одну единственную цель – спасать человека, давать ему шанс жить полноценной жизнью. Мы идем на работу, знаешь, какая операция предстоит, предполагая, какие могут быть проблемы. То есть мы идем на работу. Можно сравнить с пилотами, да, они тоже рискуют многими и своей, в том числе, жизнью. Но они же садятся за штурвал и поднимают самолеты, летят дальше, перевозя нас каждый день. То же самое примерно испытывает врач. Даже накануне ночью ты знаешь, что операция будет. Все этапы стараешься прогнать все в голове, увидеть их, осмыслить, то есть где что нужно сделать, как. Выносливость, подготовленность, смелость, хорошая смелость, уверенность в себе, чувство долга, желание помогать людям. Как бы базовый набор того, с чем ты приходишь на работу, с чем ты идешь в операционную. Заходишь в операционную, там здороваешься с коллективом, просматриваешь снимки, подходишь к столу, проверяешь, все ли настроена правильная или укладка больного и так далее. Это помогает, конечно, настроиться уже на саму операцию, и переход уже идет такой, отключение от одной работы и переключение к другой работе. Это помогает настроиться и уже включиться потом уже в работу. Качества, которыми должен обладать вот нейрохирург, они достаточно разносторонние. То есть это, с одной стороны, способность к ювелирной технике, которая должна сочетаться с физической выносливостью. Чтобы стать нормальным нейрохирургом, как бы хорошо оперирующим, уже стаж нужно иметь не меньше 10-15 лет, чтобы научиться нормально оперировать в нашей специальности. То есть колоссальный нужен опыт. Задача регионального центра, и вот я и свою в этом плане задачу вижу, для того, чтобы сложные нейрохирургические виды вмешательств, операции, их привести в ежедневный вид операции, чтобы они были доступны населению и чтобы они делались изо дня в день с хорошим качеством. Мы должны постоянно следить за тем, как развивается наука, мы должны постоянно осваивать те новые методики, которые предлагаются, и именно мы практически их вводим непосредственно в жизнь, чтобы обеспечить население этими самыми высокими технологиями. Сейчас мы по праву обладаем, в общем-то, первенством в нашем регионе в рамках количества выполненных операций высокотехнологичных. Более 500 операций высокотехнологичных в год на головном мозге, на спинном мозге, при аневризме головного мозга. И это те операции, которые являются уникальными для нашего города и области. Мы очень рады, что мы можем сделать эти технологии доступнее. Каждому пациенту достаточно кому-то улыбки, достаточно кому-то какого-то прикосновения, что «да, моя хорошая, все хорошо». С кем-то побеседовать надо, поговорить, естественно. И какой бы ни был пациент, его всегда надо понять. И если мы его не поймем, он не поймет нас. И поэтому плохо ему, мы должны его как-то поддержать. Хорошо ему, мы должны вместе с ним порадоваться. Что такое подарок?
операции, например, в области ствола головного мозга. И если раньше пациенты, у которых опухолевое, допустим, поражение ствола практически было неоперабельно, то сейчас эти операции выполняются достаточно успешно из-за развития хирургических технологий и из-за развития наших технологий реанимационных, поскольку именно наши технологии позволяют этого пациента продержать во время оперативного вмешательства, заместить ему нарушенные функции, поддержать давление, работу сердца, нормальный газообмен и так далее. И, естественно, вот чудеса, когда человек, который раньше был обречен, а вот он на следующий день просыпается и уже будет жить еще столько, сколько ему даст Бог, будем говорить. Клиника имеет МРТ-диагностику, КТ-диагностику и ангиографическую диагностику. Это, так скажем, стандарты, мировые стандарты для основных нейрохирургических видов заболеваний, которые требуются для того, чтобы поставить правильный диагноз и определиться с хирургической тактикой. Первая задача нейрохирурга – не повредить здоровые структуры мозга, что очень-очень сложно. То есть, чтобы не нарушить то, что сохранно, то есть то, что болезнь еще не успела поразить. И современные технологии, они все направлены на то, чтобы именно осуществить эту задачу. В целом в медицине, и в частности в нейрохирургии, технологии развиваются, методики развиваются, методы обследования развиваются. И чтобы шагать ногу со временем, нейрохирург должен следить за всеми тенденциями, интересоваться, постоянно совершенствоваться, ездить на мастер-классы, учебы. Колоссальный, конечно, колоссальный скачок. За последние годы с модернизацией, с приходом сюда кафедры и так далее, так далее. То есть, конечно, колоссальный скачок в оказании нашей помощи, уровне оказания нашей помощи нейрохирургически. Плюс молодые сейчас врачи пришли, все перспективные ребята. Технологии и оборудование, микроскоп, навигационная система, седуга, томограф. Это здорово, что это есть в наличии, и это способно помогать реализовывать высокотехнологичную помощь. Но это ничего. Совершенно ничего не стоит и ничего не значит без мысли, без интеллекта и без рук хирурга. Мы поднимали архивные данные, предваряя вот эти празднества в связи с юбилеем нейрохирургической службы, и мы были удивлены и гордились нашими предшественниками, основателями нейрохирургической службы, поскольку действительно не в таком большом количестве, но уже тогда без этих высоких технологий в плане оборудования, оснащения, люди могли выполнять операции на головном мозге. И это было возможно. Эта фотография как раз показывает уровень нашей тогдашней обстановки операционной. Да? Мы мылись, как и общие хирурги тоже наши, мылись вот так примитивно, в тазиках, вот все это. Операционные, конечно, были оборудованы тоже, как общехирургические. 60 лет – это большущий праздник для нейрохирургического отделения, конечно. Я, пройдя через этот путь и увидев, к чему пришла наша нейрохирургия, просто завидую, получаю огромное удовольствие и очень доволен за ребят. Сомнения какие-то возникли у врача-рентгенолога, он рекомендовал КТ головного мозга. Со зрением там тоже без изменений, то есть возрастные изменения. У нас в мозге, по последним подсчетам, где-то 86 миллиардов нейронов. И еще между ними нейронных связей там триллионы. Такая космическая субстанция, которую, в общем-то, понять, как это работает, как функционирует, до конца пока невозможно. Легче вот мировой науке оказалось расшифровать геном человека, чем вот работу мозга понять. Каждый особенно тяжелый пациент со многими сопутствующими патологиями, это будем говорить как пазл, состоящая из тысячи, многих тысяч нюансов, да, все их учесть просто невозможно, даже при наличии современного мониторинга надо биться до конца. Можешь что угодно думать, можешь по опыту знать, что здесь ситуация в 100% не спасет, но есть такая поговорка: делай, что должно, и будь, что будет.
Вот что должно, для того, чтобы делать, что должно, ты должен быть специалистом. У нас бывают такие ситуации и такие патологии, когда после наших оперативных вмешательств человек возвращается к жизни, в буквальном смысле этого слова. Да, люди благодарны, это чувствуется, мы это видим. Я люблю свою работу, я люблю свое отделение, я люблю нейрохирургию. Мы больные люди, мы больные, чем своей работой. Никогда здесь не заканчивается вот эта постоянная борьба за пациента, за то, чтобы он жил, за то, чтобы он видел, за то, чтобы он чувствовал, двигался. И для нас очень важно не просто вылечить человека, победить его болезнь, но дать ему возможность реализовываться в повседневной жизни, дать ему возможность быть достойным членом социума.